Здравствуйте, полиция, дверь откройте, пожалуйста. Полиция Приморья подвела итоги операции «Надзор». На протяжении 5 суток участковые уполномоченные проводили рейды, выявляя правонарушения, связанные с несоблюдением подотчетными гражданами правил административного надзора, установленных судом ограничений, а также розыск уклоняющихся от надзора. В ходе проведения рейдов проверены 1854 подотчетника. К административной ответственности привлечены 220 поднадзорных граждан. Установлено местонахождение 9 приморцев, уклоняющихся от административного надзора. В отношении 8 правонарушителей возбуждены уголовные дела. При работе с поднадзорными гражданами, ранее судимыми, условно осужденными, склонными к агрессии, сотрудники полиции стараются помочь им изменить жизнь к лучшему, обеспечить поддержку в лечении алкоголизма и наркозависимости, трудоустройстве, предотвращении рецидивов преступности. Такая профилактическая работа позволяет обеспечить безопасность общества, защитить граждан от преступных посягательств.